Приветствую всех рукопаяльных товарищей. Благополучие и здравия. В прошлом видео мы смотрели, как нам сделать прозвоночку, идею в смысле прозвоночки мультиметра. Ну, и он должен быть, табло у него где-то на все восьмерки, чтобы мы могли понять, если значение будет меняться, то это как бы сопротивление. Вот, подобрать делители так, чтобы можно было измерять какое-то сопротивление там от нуля, скажем, до 10 килоом. Теперь возьмем этот модуль с таймером и десятичным счетчиком, подключим его к питанию. И смотрите, видите, здесь как бы бегущая такая волна светодиодов получилась. Частота, значит, переключения светодиодов зависит от напряжения и заданной частоты генератора. Сейчас где-то 0,3 секунды импульсы генератора идут. Применить такую вещь можно в поворотниках, например. Можно сделать светодиодный фонарик, где увеличить частоту, скажем, до 10 кГц, и тогда он будет мало потреблять, так как в определенный момент горит только один светодиод. То есть это будет очень экономичный мощный фонарик из 10, ну, мощных светодиодов, скажем, на 10 или 20 мА нагруженных. Где еще можно применить? Ну, можно, вот мы хотим, как бы есть предложение, генератор отделить, а сам десятичный счетчик поставить на измерение логических уровней сигнала. Вот, и для того, чтобы определиться с этими логическими уровнями, нам нужно проделать кое-какие эксперименты. Частота в этом модуле задается вот этим конденсатором на 1 микрофарад. Если его уменьшить, скажем, в 10 раз, то уже будет где-то 10 Гц. Значит, если в 100 раз, то уже будет 100 Гц частота. Ну и нужно подобрать сопротивление и конденсаторы, тогда где-то выбрать частоту 1 кГц, это нормальная частота, и слышно и как бы ушами, можно, значит, и проверять, это будет, скажем, если использовать генератор плюс какой-нибудь взять наушник, мы можем, значит, прозванивать провода, давать какие-то сигналы, там, скажем, партроники и так далее. Сейчас, раз мы взяли этот модуль, ну попробуем теперь поэкспериментировать, как же нам быть с логическими уровнями. Ну, допустим, мы хотим залезть на коншину и посмотреть, как она работает. А как мы знаем, там есть варианты 5 вольт и 2,5 вольт. И для этого сейчас порежем дорожку, чтобы отделить генератор от счетчика. Вот обычно у этих таймеров выход на третий, ну вот стандартное включение генератора, выход на третью ножку снимается. Ну, с третьей. Давайте начнем разделять генератор и счетчик. Посмотрим, что нам, где тут можно так сделать, чтобы они больше друг с дружкой не работали. И вот здесь, я смотрю, это с третьей ножки идет выход, и он заходит в эту точку. Сейчас мы эту дорожку обрежем. И у нас тогда уже будет отдельный вход от счетчика. И вот этот таймер, он хорош тем, что у него, несмотря на то, что он маленький, у него мощный выход до 500 мА. Вот генератор можно сделать с мощным выходом, то есть не применяя дополнительные транзисторы. Скажем, поставить емкость на выходе, и у нас он будет генерироваться через емкость такой пилой. Для чего это надо? И когда вы генератором, ну, меряете какие-то точки или провода, если генератор будет просаживаться в ноль, значит, этот провод сидит на земле. То есть если вот там, ну, нормально все, то он будет, уровень выхода будет такой же, как до конденсатора. Понимаете, и этим вы можете примерно определять, что у вас в местах, ну, когда будете прозванивать какие-то места, что там происходит. Сейчас я режу дорожку. А вот у меня самый простой дешевый щуп, сделанный из барахла. Где-то два по встречной схеме светодиода с ограничительно мощным резистором. Здесь у меня направление светодиодов показано, чтобы я знал, какой у меня горит, потому что они у меня одного цвета. Но они мощные, где-то я выбрал, чтобы было 30 мА нагрузочка на них. Дешевле, чем стоит. 100 рублей получается. Поэтому еще дешевле можно придумать чего-нибудь. А сам щуп, как кусок проволока, намотанная на него игла. В одном видео я показывал, как это делать. Ну,
не будем к этому возвращаться. Все-таки сейчас будем экспериментировать с нашим модулем, где я уже порезал дорожку. И сейчас будем определяться, какое питание нам для выбрать этого модуля, чтобы ну, мы могли смотреть, как проходят импульсы из разных блоков. И, конечно, больше всего интересует коншины и всякие КЛ-линии там, или еще какие-то импульсы. Сейчас я припаиваю проводочек на вход нашего счетчика и начнем после этого производить эксперимент по определению питания. Возможно, нам придется на этот модуль поставить отдельное питание, скажем, с линейный стабилизатор там на 5 вольт или еще, скажем, может на 12, может быть на 10. Сейчас я подключил уже к другому источнику питания. Напряжение у меня самое, например, удачное для этой темы, вот использовать его как пробник, получилось. Это значит, у меня как бы логическая единица была 0,6 и поведение, значит, светодиодного пробника. Где-то 0,6, 1,6, 1,8 вольт у меня состояние невесомости, когда не понимает, значит, вход единицы это или 0. На 7 он замер, это значит... Значит, это уже как бы логическая единица получается. Если вот он дергается, значит, вот это 1,7 вольта, это вот это состояние, которое непонятно для микросхемы, куда ей срабатывать. Вот. А так, по идее, если единица или ноль переход фронта, тогда у нас светодиоды должны по очереди, ну, зажигаться. Вот. И в каком-то видео я вам там показывал вообще вот это понятие, значит, теоретическое. Теперь мы практически смотрим, что такое вот этот переход между единицей и нулем, где микросхема не понимает, куда и прыгать ему, короче. Ну, я думаю, что, наверное, придется поставить стабилизатор на 3,3 вольта линейный в эту схему питания. Тогда у нас будет более-менее он считывать и КАН-шину, и КЛ-шину, если мы через, ну, поставим делитель еще, и это будем понимать, что подсажен драйверы, в смысле подсажены драйверы этих КЛ и КАН линий или нет. То есть, если мы соберем сейчас все вот эти модули в кучу, я боюсь, что там очень много будет переключателей. Ну, попробуем так придумать, чтобы избавиться как бы от этого. На этом все. Применение вот этого модуля с таймером и счетчиком десятичным вот имеет теперь такой уже полузаконченный вид, и всех благ и благополучия, как обычно. До новых встреч!